Пешеходный переход под Соковским мостом появился совсем недавно. Здесь уложена тротуарная плитка, укреплены берега, благоустроена территория, проведено освещение. Но вандалы не дремлют. Свежепокрашенную опору моста начали разрисовывать. День ото дня каракуль становится все больше. Пока не установлены обещанные мэрией камеры видеонаблюдения, у хулиганов развязаны руки. Новым переходом мало кто пользуется, и такие поступки могут долгое время оставаться незамеченными, а значит и безнаказанными.